Почетный гражданин Архангельска, капитан дальнего плавания, наставник, участник северных конвоев, заместитель начальника Северного морского пароходства. Все это Валерий Коковине. Валерий Петрович ушел из жизни в 2013-м, и все эти годы его семья добивалась, чтобы имя мужа, отца и деда увековечили. Добились. И сегодня торжественно открыли мемориальную доску. Михаил Меньшенин был свидетелем события. Для мемориальной доски Валерию Коковину выбрали самое символичное место – бывшее здание мореходного училища. Именно здесь будущий капитан дальнего плавания начал постигать морское ремесло. Отсюда же он ушел на войну, служил матросом на судне «Свияга». Валерий Петрович Коковин – это один из представителей того поколения, на долю которых выпало самое трудное время. 28-го года рождения, суровые годы Великой Отечественной войны, участие в военных действиях, будучи юнгой Соловецким. Потом долгий трудовой путь. После войны служба на гражданском флоте. Валерий Петрович поражал своим трудолюбием и знаниями, которые всегда совершенствовал. Я преподавала астрономию, а он мне помогал. Он знал астрономию вообще. Он ориентироваться, меня учил ориентироваться по звездам. Я с ним плавала неоднократно, ходила в рейсы. Брала своих детей. Больше 24 лет Валерий Петрович был заместителем начальника Северного морского пароходства. Он ввел изменения в подготовке судоводителей, помогал осваивать новую технику. При нем создавался институт капитанов-наставников и началась круглогодичная навигация в Архангельском порту. За свои заслуги перед городом Валерий Коковину достоин звания почетного гражданина. Это, безусловно, дань уважения к его заслугам, к его роли в развитии морского дела, как историка международного значения. Валерия Коковина не стало в апреле 2013-го. С тех пор его семья трудилась над тем, чтобы увековечить память знаменитого капитана. Пример жизнелюбия, пример отношения к людям, любви к людям. А если любишь людей, значит и к Богу придешь. А он пришел к Богу. Мы живем в Архангельской области, и все, что связано с морем, для нас очень близко. Поэтому именно история жизни, его биография яркая, будет являться ярким примером для воспитания наших юноармейцев, кадетов и вообще подрастающего поколения. Почтить память капитана Валерия Коковина юноармейцы придут 31 августа, в день 77-й годовщины прибытия в Архангельск 1-го союзного конвоя «Дервиш». Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, «Регион-29».